В ближайшие 12 месяцев по президентской программе соцгазификации подключат к газу почти 1700 подмосковных населенных пунктов. Это 75 тысяч домовладений. Программу планируется полностью завершить до конца 2022 года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов активно информировать жителей о сроках газификации их домов. В Одинцовском округе в рамках программы социальной газификации в 2021 году было догазифицировано 59 населенных пунктов.